рассмотрим увлажняющую и матирующую тональные основы для лица. Drop B Color Water Peak Foundation, Drop B Color Cover Peak Foundation от The Sam. Достанем из упаковки. Средство предназначено для создания макияжа. Тональная основа создает тонкое и стойкое покрытие, которое естественно выглядит на коже, осветляет пигментацию, обеспечивает увлажнение, сохраняя кожу свежей и здоровой, выравнивает тон кожи, придавая ей здоровый и свежий вид, помогает разгладить мелкие морщинки и сохранить молодость и упругость кожи, легко наносится и равномерно распределяется по лицу, защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета и имеет солнцезащитный уровень SPF 50. Продукт имеет знак «Веган» и не имеет в составе продуктов животного происхождения, а также не тестируется на животных. Основа представлена в двух вариантах и в двух оттенках. Рассмотрим каждый из них. Вариант первый – Water Peak Foundation – тональная основа с увлажняющим эффектом. Выравнивает тон с влажным сияющим финишем. Представлена в оттенках 01 – Clear Beige – для светлой кожи с нейтральным подтоном. 02 – Natural Beige – для слегка загорелой кожи с теплым подтоном. Вариант 2 – Cover Peak Foundation – тональная основа с матовым финишем. Выравнивает тон, делает кожу бархатной. Представлена в оттенках 01 – Clear Beige – для светлой кожи с нейтральным подтоном. 02 – Natural Beige – для слегка загорелой кожи с теплым подтоном. Основные компоненты – арбутин, аденозин, масло семян подсолнечника, касторовое масло, экстракт центеллы азиатской, гидролизованная гиалуроновая кислота. Средство подходит для любого типа кожи. Рассмотрим способ применения. Необходимое количество основы нанести на подготовленную кожу лица и распределить при помощи кисти, спонжа или руками, поглаживающими движениями. У основы хорошо пигментированная текстура, она равномерно распределяется по коже, не подчеркивает шелушение, имеет приятный легкий аромат. Основа сохраняет интенсивность оттенка при дневном свете и при искусственном. Масса 35 грамм.